Вот мы приехали на Голубое озеро. Тебе переодевалка нужна, Тём? Да, я одеться. Купальник. Мам, какая купальник? Переодевалка есть. Когда туда идешь, там еще больше и больше музыки идет. Туалет и типа сортир? Это типа туалет. Вот тут какая-то типа плотина сделана. Песочек. Красота. А вон смотри, уточки. Видишь, вот. Уточки. Или нет? Не, не уточки, а что это? Или утки? Утки. Ветер, конечно, очень сильный. Я не знаю. Я здесь не был, если что. Не знаю, все сюда идут почему-то, хотя тут пляж ближе. Чёпкой планируем. Либо можно здесь что-то купить и посидеть. Маленький это вон те, наверное. О, гелик. Тапки-то бросил. Ну что, доченька, ты пьешь, да? Открыть тебе? Давай, держи. Опа, держи хорошо. О, все, я тебя открыл. Пей. Давай, пей. Ой, ну что ж ты так неаккуратно. Ага, плохая вода. Не надо, все. Не психуем. Непошечка, иди сюда.
баранам ехать домой, потому что заходит туча с грозой и молнией. Ну, очень хорошее место. Замечательно отдохнули. Все остались довольны. И теперь нам час ехать до Азова.